Надежда Пимурзина уже почти 40 лет водит трамваи. Ее кандидатуру для участия в городском конкурсе выбрали пассажиры. Проголосовали за вагоновожатую в интернете. Женщина говорит, работа сложная, но интересная. На конкурсе надеется на победу. Виртуозно выходит из самых сложных дорожных ситуаций. И выдержки ей не занимать. На дорогах всегда бывают сложности. И машины пересекают, и все. Но мне работа нравится. Общаться с пассажирами. Разные бывают, но чтобы, конечно, не грубить пассажирам, хорошо отвечать, вежливо, ничего, все обходится. Вместе с Надеждой уже 3 года работает Александр Подкорытов. В прошлом экскаваторщик, посидев год на пенсии, понял, без работы и общения с людьми не может. Ну, подходишь к людям, и вот видишь, как меняется настроение, как люди относятся. Вообще, работа с людьми хоть и тяжелая, но интересная. Вот этим и нравится. Лучших водителей и кондукторов трамваев, троллейбусов и автобусов выберут пассажиры. Интересные случаи, связанные с работой общественного транспорта, можно присылать на электронную почту городского департамента транспорта или по обычной. В письме необходимо указать имя и фамилию водителей и кондукторов, которые, по вашему мнению, заслуживают благодарности, а также номер маршрута. Заявки принимаются до 21 октября. Итоги конкурса общественного признания проведут 25 октября, в день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Валерия Квасневская, Станислав Левин. События.